Правительство Японии одолело Центральный банк. Министерство финансов не станет требовать от Центробанка письменного соглашения по нормативу инфляции. Об этом заявил глава Минфина Таро Асо. Вместо этого правительство будет ежемесячно обсуждать с регулятором монетарную политику, так как новые стимулы для экономики по-прежнему необходимы, заявил министр. До тех пор Токио жестко требовало от ЦБ повысить уровень инфляции с 1 до 2%. Смягчение позиции означает лишь одно – сопротивление Центробанку сломлено, и он готов корректировать инфляцию самостоятельно, отмечает Рейтер. 21 января Банк Японии проведет очередное заседание по монетарной политике. Борьба с дефляцией и застоем в экономике – главная задача либерал-демократов, которые возглавили страну в декабре.